Ника молодец, не надо. Молодчина, Ника, вообще. Ты спокойно, Ник. Сил экономишь, не спеши просто. Не спеши, наоборот, будет лучше, легче. Убери равновесие. Молодец. Умницы. Ты настоящий прямо. Он и порос, если видишь, что от рот действительно держать за это лучше, чем за веревку. Слышь? Молодчина, Ник. Давай, Алексей. Молодец, сильно. Молодчина. Ник, все нормально? Да, пересекнись дальше там все. Молодец, отдохни. Давай, Алексей. Тоже не спеши. Не спеши, не спеши. Когда начинает себе брать, лучше забри. Николёш, сейчас болит или прошло? Прошло? Ну, постой, постой. А вчера тоже болел, Ник? Да. Вчера болел тоже? Ну, кажется, это когда не... Это наш... Кажется, это страх, когда... Да, 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 да. Мне интересно страх. Але, Николик, успокойся, да. Ты все делаешь очень хорошо, у тебя все получается. Тем более у тебя страховка есть, Ник, ты никуда не упадешь. Хотя что, мы можем помочь всегда. Позовем его. Тренеру и поможем. Тебя не тошнит? Нет. Мама! 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 Мама!